А вот так, да-да. Нет, не... вот. Да-да, Уличка, это у тебя на спине, смотри на меня, смотри. Мы два школьника. Так, это хоть это помесь Майнкрафта и DayZ, да? Это даже лучше игра, чем другие. О, смотри, сколько хавчика, набирай, набирай, набирай. Возьми здесь хавчика, смотри сколько. Хотя ладно, этот мой магазин, где другие магазины себя обыскивай. Это хрена, у меня уже это хрена вообще, у меня газировки, хавчика, просто убить. Там зомбаря. Убить его? Штаны нашел, ура! Я нашел штаны! Как стрелять? А, вот. А не-не-не, вот, с предохранителя убрал. А чё, мои штаны, да блин, чуть меня не убил. Чё тебе, я тебя стрелял? А! Хорошо, погоди, это мои штаны, погоди, не бери, пожалуйста. Чё тут? Я нашел ХТР, погоди, это мои штаны, ЛТР, пожалуйста. У меня патронов ноль. Смотри, смотри. Смотри прикол, смотри, где ты, где ты, где ты, смотри на меня. Ты где? Я в этом магазине, смотри на меня, смотри, смотри. Смотри за тебя. Смотри, прикол, сейчас. Сейчас, ой, надо вот убрать чел. Смотри. А, чё, как? Нажми на русскую П, там три команды. Ой, алло, ты же в Crysis играл, да? Кого? В Crysis. Да, я же говорю, тут модернизация оружия может стать, я же да. Ты уже говорил. Опа, у меня только фонарика нету. Ищи мне еще оружие, ищи, иди, говорю, иди, то я патрон нашел на дробовик, вот возьми. Ах ты, ладно. Кстати, спать еще нельзя, да? Да, вон там зомбари, иди зачищи, иди сюда, Альдер. Там моряки зомби вон. У меня нету патронов. Зомби, 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 бежит сюда. Алло, зомби. Скорее ко мне. Мочи его. Чем я тебя мочить его буду, блин? Он так за мной идет. Дай-ка его замочи. Хорошо. Погоди, иди сюда. Бля, ты мудак, что меня убьет? Нифига сколько река. Повар чертов. Блин, прикольная игра, да? Я говорю еще четко. Ман, ты как до канала говорю сейчас попозже, а, блин. Кстати, надо было игры вообще пригласить. Это да. Давно я не делал видео, да? Да, это хорошее. Так, сейчас, что это? О, ну, о, ножик, ножик, ножик нашел. Дай ножик, дай ножик, дай ножик. Ой, затяп! А! Я эквип, эквип, эквип. Еще. Иди сюда. Иди сюда, зомби. Отвали, мама, я сказал, как буду. Есть, убил. Пол девятого, все твои, мне насрать, я так нормально пишу, а. Так, а нож гну... А то я так ранен, сейчас буду кое-что. Блин, мне жалко, что ноутбук, и у меня лагает, то есть не лагает, а наоборот. Слышь, он так еще нормально пьет. А, блин, тут радиация идет. Где радиация? Суточка. Когда выпил воды, у меня радиация поднялась. Ой-ой-ой, зомби! Ты где? На его, на ему. Ладно, сейчас... Право удара, ты убийцу ударить. Ищи еще оружие. Понял, понял. Так, только я очень сильно ранен, мне надо чуть-чуть уже найти хорошенькое. У меня... Так, сейчас найду вот так... Вот это что за херня? Чё, мне надо похавать. Ой, зомби, зомби! Мазафак, у меня 30 хп осталось. Да у меня не... Откуда эти мудаки берутся? Они ВХ-шники, короче. Так, это... Light, Moody... Все, я похавал, так. Блин, как неудобно перетаскивать вещи. А что за на томату? Паста. Так, мне уже хочу сейчас похавать. Это надо понять, что тут одевать, что тут использовать, чтобы вылечиться. Так, короче, я похавал, только аптечку надо найти, да? Это, ой, я нашел патроны. Тя, а что за там какая-то красная хрень? Я очень много патронов. А, нет, не там знаю, зомби, там хочешь. Зомби. О, короче, иди за... Ой, еще патрон нашел. Такой красивый мир, нашел. Да? Давай, иди ко мне, тут... Он, стой, тут патроны пистолет, иди сюда. Где ты? Я. Вон. А, да. Вот. Погоди, стой. Я здесь. Как ты нажимаешь, алло? А, ты говоришь П, а русскую, блин. Русская П? А это же, да, это другой... Оружие бери из рук. Это другой магазин. Да, оружие только бери из рук. А? Только оружие бери из рук, что когда будешь делать. А там патронов ноль. Алло. Ты перезарядку нажми. Как перезарядку сделать? А К. Русскую К? Да не, можешь просто так. Не, подожди, К рело... Я, нет, не работает что-то. Короче, бери такую же катачку, как у меня, и погнали. Нет, это не тот, алло. Алло, только посторонний, я сдвину назад. Магазин не тот. Найди бензин, а то бензина очень мало, автозаправку. Уже есть еще машина. Стой, а вот на той вроде больше бензина. Да, тут уже есть машина.
тем более. А тут на этот пальцы. Да, у меня на руке больше бензина. А здесь... А, 6% только. Садись, короче, ко мне. Давай, поехали. Ладно, как ты нажимаешь эти эмоции? Я не знаю. Скажи, как эмоции сейчас нажимать? Сейчас это место, почему? Тут вон оружие у меня. Ага, зомби. Это пора. Ой! Опа, оружие. Блин, что так долго тормозит? Ты чё? О, топор. Это хорошо, я там какое-то вроде оружие видел. Так, тут доска. Так, еще. Нашел фляжку военную. Вместо фляжку нашел. Кстати, а где этот... Кстати, покажи, как ты нажимаешь. А кого? Ну, эмоции. Да говорю же, убери просто, чтобы у тебя руки вообще ничего в руках не было. Потом нажми на П, блин. А, все, понял. Так, а если так? Вот так. А, так, ты где сейчас? Я сейчас здесь. Ножка, ты где? Сейчас я за точкой мочка, а ну... Смотри. А нет. Уже не действует. Очень нормально. Так, ладно. Закружаемся. Ладно, пошли, давай. Постой, дай-ка поплаваю, смотри. Ха-ха, он не ныряет почему-то. А как тебе поднимешься? Никак. Ладно. А тачку отсуй туда, короче. Так, а вдруг я сброшу всю воду? Сейчас упаду в воду. А-а-а. Я сейчас упаду в воду, короче. Блин, как неудобно. Он наконец-то нашел. Алло, там 9% осталось. Нормальную игру. 9% осталось. Алло, кстати, мы тебе стой, когда есть топор, теперь мы можем эти строить. Посмотри. Теперь мы можем эти дерево добывать, садись. Давай, давай. Мы можем дерево добывать и строить дома или напротив оборонять. Давай, водитель, да. Посмотри. У тебя права есть? А? У тебя права хоть есть? О, стрелы нашел. Алло, ну что ты где? Я просто сейчас стрелы нашел. Кстати, у тебя есть друг какой-нибудь, чтобы поиграть с ним тоже? Я могу посмотреть, сколько народу затащить. А? Ну это надо завтра, только завтра, потому что сегодня... Ну давай завтра хоть. Через час выгонят, потому что завтра у меня пробки открывать. Для нее это слишком баш. Давай быстрее. А, тачка застряла. Упс. Черт. Ты сломал тачку. О, все, отлично. Ну давай есть, чё? Все, 7 бензин. Ну ладно, надеюсь, мы далеко уедем, потому что 6 бензина... 5% это... хватит на одну минуту только. Кстати, ты поставил себе нормальные текстурки, чтобы у тебя тени были, освещение нормальное? Ну, я только тени поставил на деревья, это... У меня сейчас все нормально вообще. У тебя хоть на максималку, ты... Вон, вижу дома. Потому что... Алло. Саша. Военный полигон. Да, понял. Саша. А. Тем более, знаешь, ноутбук же... У них там мало заряда, знаешь, да? То есть это как там... Блок питания, да, блок питания. Олень, там олень вверху. А, у нас оружие. Кстати, Саша, у тебя блок питания на сколько? На сколько вот? На ноуте у меня, не знаю. У меня на 6 часов вроде можно сыграть. Ну если, конечно, я только не буду играть. Блин. Мочи. Просто иди назад и мочи их. Кролики, они кролики, блин. Черт. Мочи, блин. Кролики, чертовы. На скотина. А, блядь, этот мут так меньше убьет. Ай-яй-яй-яй. 20 хп, блядь, 20 хп, понимаешь? 20 хп. У меня 90, кажется. Давай я один первый. Давай. Тут ты не, если их не мочишь, тебе надо подмог. Па, красавчик. Прав, как у мыши супер удар. Да не могу. На суд. Чуть него не убил. Уебал. Стой-ка тут аккуратнее. Ты чё? Опа, печка. Тут сколько патронов дробовика, на патроны дробовика беру. Я... А, бля, помоги! Бандага, иди сюда. А! Вот, бандага там. Алло, бандага там. Иди сюда. Сейчас дай патроны возьму дробовика. Быстрее, ты сейчас дохнешь. Вот бандага. Кровотечение тут толпа. Да бери вот бандага. Сейчас постой. Дай я их беру. Бандага. Так, я дробовика нашел. Так, патроны дробаша. Наконец-то. Дай-ка мне еще бандажки, а то мне не хватает. А? Я только 20 кп восстановлюсь, у меня очень мало их. Ладно, сейчас. Сейчас тебе бандага дам. Где же... А что у меня еще есть, чтобы вылечиться? Это что такое? Это вроде что, дядечки? Нет. Так. А витамины для чего надо? Витамины это вроде бы, чтобы радиацию снять. У меня 62 радиации, я могу скоро стануть. Вот. Ага, спасибо, так.
Надо посмотреть, как радиацию снимать. Я вообще ничего не знаю. У меня вот витамины есть с собой. Так, иди сюда, скотина. Нас. На. Есть. А XP для чего? Я Assassin's Creed. О, танк! Это что, Endurance, Skyboss? Танк, я пулемет, а смотри, что у меня в руках. Смотри, 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 ты сейчас охренеешь, смотри. Опс, ой-ой-ой, лаги. Офигеть! Ну ладно, пофиг, еще много есть оружия. Только у меня, к сожалению, патрон нет. Так, и то, а мы... Если идешь на модернизации, на автомат дашь мне, окей, а то у меня... Да, я понял. А туда нельзя прийти, да? О, там оружие, там дубинка полицейская, и он зомби. Ну тогда придем. А что не стреляет? Чел, как мы туда придем, алё? А что у меня не стреляет? У тебя патронов нет. Почему нам нашли патроны? Что надо? А не, F нажми, M английская, то есть, M русская, то есть, говорю, M русская. Сейчас. Ты предохранитель выруби. А, все понял, это скафы, ну, так, это одиночный. Предохранитель, это. На. Так, я возьму дубинку. Приятно, вон, дубинку бери. О! Так, ладно, я... На воде нельзя даже прыгать. А! Так, ну, что за дубинка? Ой, у меня места нет, сейчас выкину. Ну, слышишь, там слышишь, сколько машин под водой? Окей. Так, Ну, быстрее забирайся по этой пожарке и все. О, тут пистолет нашел. О, фонарик. О, смотри, штир ночью можно, смотри на. Владяр. А? Смотри на меня, Владяр. Че? Владяр, смотри на меня. Понял. Вижу фонарик. Короче, нормально. Так, это... главное, пока светит. Копы! На! Так, это не... Чё это такое? Молди. Закрывай! Чёрт, их тут что-то вообще многовато пошло. Так, а там у тебя какие... Кстати, у меня один патрон остался вообще. Да, информации нету для каких патронов и это... Информация. О, там есть информация, какая это оружие? Кембер и НАТО амуницион. 3.К... А нет, это КГ, это нет. Возьми этого, вот это патроны. Попробуй, вот эти патроны. Сейчас, погоди, прикрой, это мне главное. Я сейчас хочу кое-что сделать, чтобы у меня места больше было. Так, сейчас похаваю. Ой! Я тебе радиацию на борт увеличил. Я тебе говорю, у меня радиация тоже вообще дохрена. А это вообще не... А что это? А, что такое патрон, типа что? Потом, ну попробуй это. Может, понадобится или как-то. Точка, автомат, нормально. Нет. А, о, бита, смотри, бита. Ну я возьму биту, хорошо, то с ножом как-то вообще стрём. Ладно. Потому что у меня нож, у меня он вообще мало атак, я еще вообще выкину нахрен, он мне нахрен не нужен. Он говно. Это что за херня, а вот? Лучше реально биту взять. Кстати, тачки обыскиваю. А, давай, пошли. Да тут ничего нет, я уже обыскал. Ну что ж, хороший лут нашли, по крайней мере. Так, я батарейки нашел. О, батарейки хорошо, фонарики. Ой, почему мы можем, не можем, то есть пить отсюда воду? Да потому что это море, ты выпьешь, еще больше жажды. Вот тут соль будет. Ну, ты выпьешь, я сразу же еще больше жажды. Это морская вода. Почему тут соль? Просто организм повредится. Да не только, у тебя просто от морской воды еще больше жажды потом будет. Это уже все доказано. Блин, да, у меня 72% теперь, алё, воды надо. Смотри, тут на стенке что-то написано. Dead is more... А, типа мертвый мост. Алё. Походу здесь... Не, здесь, походу, не попить здесь, надо, алё, больше... срочно. Чё говоришь? Пить надо, срочно. На, иди сюда ко мне, камон. Ты где? Ты меня зачем теряешь? Так, вон я. О, вот молоко! У меня этого питья, у меня 5 газировки и дохрена всего дерьма вообще. Хоть что за кантибар? Это жвачка, так понимаю. Ох, молоко. Молоко. Сейчас я у себя этот уберу. Так. Так, вып. Ладно, пока с биты побегаю. Витамины. Тебе нужны этот витамины? Давай. А то у меня слишком мало, это много радиации. И где? А, вот. А почему в молоке радиация? А потому что она же получается. О, все, радиация ухудшается. Опа, еда!
Так мало. Смотри, там видать есть. Стой, дай винтовка, она вот знаешь, как быстро бегает. У меня вроде один патрон остался, постой. Олень еда. Так, давай, попробуй, пожалуйста. Тут прицела нет, он просто ровный этот. Бежим. Охота, да? Того ни хрена как втопил, да? Это напоминает мне Дейзи. Да, Дейзи. О, господи. Да тут прицела нет вообще. Да как заебало-то, а. Да все, еда сбежала. Ладно, хорошо, готов тут город. Там машины не осталось еще вообще. Жалко, нельзя это было там с машины отлить на другую, да? Да. У нас канистры, наоборот, нету. А смотри, американский пацан, там бензина было много вообще, так. О, давай его лагерим. Да хрена, это военная база, знаешь, сколько тут? Я помню, пацан, я делал. Опа, сколько еды тут и зомби. Жалко, у них нельзя. О, блин, еще сзади. Вот еще тут. Тихо. Да, блин, не беги от меня. Ты крутись, Олег, крутись, около них. Давай, я тебя сейчас спасу. Они хоть залазить не умеют, это я вообще сдох. Ой, нет. Что ж, я нашел самое безопасное место в этой игре. Так, а я пока... А что мне похавать есть вообще? А что, похавать ничего больше нет, что ли? А, вот, жвачка есть. Вечереет. Все, голод уходит. О, красавчик, вообще мачо просто, ты мачо. Я их всех замочил. Я их замочил, да. Понял. Тут их еще много, так что быть ухо вострона. Алло, я себя прокачал. О, постой, может тоже прокачка доставлена. Так, скилл надо... Это А, да, вот пробег, я пробег прокачал. Теперь могу больше бегать. Что, автомат нашел? Что это такое? А, это ты построил мешки. Это мешки, чтобы это... ход... Надо было ход лучше вон тут закрыть, чтобы зомбари сюда не шли. А то точно не знаю, но вроде бы зомбари спавнятся. Какое-то количество времени. О, тачка, смотри, боевая! 14 бензина, прикрой меня, ты где, блин, пацан, тут охрена зомби. Где ты, пацан? У тебя топор ты на удар убитал, а вот я, блин, их. Ай! Нет! Сволочи! Оо, ты че убили? А это ты их. Сейчас подбегу. Красавчик вообще просто стащил. Мне еще не отняли хп ни разу. Нет, ну я, конечно, не ранен был. Так что, короче, если будешь около них крутиться, они просто будут тупить. Ну, это все-таки зомбарь. Жалко, тут вертолет. Так. Вертолет есть? Там он еще зомбаряк, давай я вместе ходить. Да, тут есть вертолет? Да, я нашел тут какой-то пропеллер. Я еще нашел эти мешки, так, чтобы загородить. Опа, загородить там какой-то песик есть. Мочи, блин, браток. О, армейские штаны. Дай-ка я там это, оружие возьму. Армейские штаны возьми, это одежда тут. Где тут армейские штаны? А, вот. На столе. Они защиту дают вообще? Не знаю, но... Я еще нашел эти... Сейчас позовем. Все, поехали? Ча. Я тебя обстрелю. Быстрее, я сейчас дохну без воды. Чувак, быстрее давай. Ча. Нет, тут ничего нету. Чё, пошли, тут ничего нету, пошли. Давай. Поехали. А вот. Ты будешь его рулить, я не имею. Хорошо. Надо быстрее найду новую хачку. Сел. Иби. Роженечки. А 13 бензина, ё-моё. Не доедем даже. А ночью без тачки. Бля, а как мы проедем? А, попробуем. Нет, рам. Ты куда? Ну давай, рама сзади. Рама сзади есть. Куда тут? Туда. Чё ж такое освещение мимо дальности хреновое? Блин, вообще даже когда-то это освещает. Мне тоже плохо видно. А у меня очень плохо. А, ты потому что ты график на полный поставил, да? Может, ты график на полный поставил? А, короче, о, вода! Вода!
Вот все так. Саша. Я бы тоже так мог бы игру сделать, но на каком движке эта игра? Это вроде на своем движке не сделал. Не знаю. Куда мы едем? Я не знаю, слепую. Я просто слепую еду нахуй. 5 4 Давай куда-то едем бы. Ты опять обратно в город едешь. Дорога доехала. 3 Там может какие-то вещи зараспавились. Вода, это вода, что, не... вода. А, это вот дорога, это вода. 2 1 1 Что-то нашел. Да тот же. Мы обратно приехали. Да хоть здесь, блин, переночуем, а то вещи. А что света врубился? Эх. Наглость. Давай на другой город поедем. Я знаю как. Походу тут вещи вроде зараспавнены себе. Я нашел только что там, где не было ничего, воду. Алло, да, вещи зараспавнились. Я нашел какой-то мячик. Ищи вещи быстро. О, еще нашел эти кен какой-то. Даже уйди, а! Так, я воду нужно найти. Я сейчас до полной смерти уже нужна вода. Да у меня уже все превысило больше половины. Потату, о, я потату нашел. Да, да, лед тут зараспавнились предметы опять. Я нашел еще еду, у меня морковка теперь есть. Ладно, сейчас выпью вот газировки твои. У меня же был пепси. 5 этих штук. Пепси, 5 штук. Хотя она мало останавливает, вообще, блин, это же пепси. Мне нужна вода срочно. А мне надо сейчас все просто. Я же просто все ем, чтобы вылечиться, нахрен. Если, конечно, это все не радиоактивное будет. Так и знал, что морковка будет радиоактивная. Морковка радиоактивная. Пиздец. Ай, блин, блин, блин. Фак, вот так пойдет. Так, сколько мы уже играем? Так, а потом в другой город поедем. Ага. Так, что тут есть? О, я воду нашел. Уф, она хоть и чистая была. Так, что, хоть в кафешке-то появилось новенького? Ну все, у меня почти что голод 50%, а жажда 27, радиация 87, жизни 40. О, еще один фонарик нашел, алё. Агась, потом дашь мне. Я тут. Надеюсь, только зомбари не зараспавнены, если то мне сейчас жопу надерут. Я еще нашел какие-то патроны. А че это? Я в сейфе, тут труп валяется чей-то. Нашел скотч. Угу. Ты Dark Souls играл? Да, я же тебе 100 раз говорил уже. Ты Dark Souls играл? Ладно. Hello. Everybody. Ты где сейчас? Я хочу здесь за комп, за которым написано 03. Где ты, дебил, алё? Где ты, дебил? Дебил ты, дебил. Дебил, не знаю, где ты. Я вот на середине дороги, где машины. Я сейчас, кстати, я хожу тут. По домам, да? Скорость люди. Идиот, да, ходячий. Скорость люди. Давай быстрее, быстрее пошли. У меня радиация 70%. А? У меня 87 еще то. Я так тоже уже понял, друг. Че, ты все выпускал? На, возьми фонарик. А то у тебя кровь, сломаю. У тебя кровь везде. Бери фонарь, дурак. И так хорошо это видно. Мы же не играем в Слендера. О, это ты что, палочку свою скинул? Да. Нахрена, знаешь, как редкая речь, знаешь, как светлая, блин. Я их около 6 раз находил. Так ты чё, бери их, ё-моё, мы там можем дом просто весь обсветить, они знаешь, как долго светятся, как помню. Ну, не так долго. Я и проверял, на базе там не так долго было. Но все равно, блин, это очень хорошая вещь, особенно когда на тебя зомбари нападают. Кинул всё, ё-моё. А то ни хрена вообще не видно, блин. О, я, короче, это, нахожусь, где-то... Тут дурочные зомби стоит.
Я нашел, короче, стиральные эти, где стираются вещи. Тут штанов больше, чем... Почему мы денег не можем найти? Ах, эти деньги. Жопу подтирать? Да. О-о-о, полегче. Ты где сейчас? Вот, вижу. Какой-то дом. Ну, если уже в этом доме... Ну, ладно, пошли в другой город, закребают. Я нашел для тебя записку. А, кстати, я в этой записке, может, что-то... Все, написать. Я уехал, короче. Быстрее, я уезжаю. Пустыня гребаная. Вот, короче, можно записку или что-то написать и прикрепить. Алло, ты быстрее давай. Я уехал. Ты вон хоть уехал бы, надо бензин найти будет. Надо... Давай, все, погнал. Ну. Да. Давай по новой, Миша, все. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. По нам поем. То-то-то-то. Я за тобой слежу. 2-1. Да. Приехали. Ну, что сегодня будем делать? А? Что будем делать теперь? Наверное, подуем плюхи. Будто в Сендер играем, да? Ага. Приехали, бля. Смотри, помнишь этот Survive View, да? Да-да-да. Тачка остановилась, и мы опять в эту сумму.